бальный костюм во всем мире принят. У него есть разные формы, более откровенные, менее откровенные. Наверное, какую форму выбирать для себя человек, ну, решает, исходя из того, какие нормы у них установлены в семье. Во всем мире как-то люди договорились, что пляжные костюмы предназначены для пляжа. И это самое уместное, как говорится, местоположение, где их можно одевать. Купальник на море является чем-то естественным. Странно то, что люди считают, что они на море могут в купальнике быть, а вот в соцсети, там в кадре, в сторис, в купальнике появиться нельзя. Какая в этом разница, я не совсем понимаю. Я считаю, что в Абхазии женщина имеет право одеваться так, как она хочет. Мне не нравится то, что сегодня у нас ущемляют права женщин, говоря, что женщины у нас на самом деле свободные, но при этом мужчинам дозволено намного больше, нежели женщинам. Лично я за купальником. На море, и если это того нужно человеку, пусть это будет и у него в соцсетях. Ну, купальный костюм для этого и придуман, наверное, чтобы его именно на море одевать. То, что сейчас там в Фейсбуке споры какие-то идут, всю жизнь люди одевали купальник, ну, и во времена наших родителей, наверное, в купальниках ходили, просто когда старшие с ними, допустим, ну, невестка со свекром, вместе в купальниках не купались, конечно, как-то отходили, а ходить в купальном костюме по берегу, ну, за пределами берега, это, конечно, некрасиво ни для россиян, ни для абхазцев. А на море, само собой, в купальниках, в чем больше еще купаться, в шортах, в брюках. Раньше не разрешали, некрасиво было, когда женщина в брюках, но сегодня она и брюки одевает, и шорты одевает. Я думаю, это не главная проблема в Абхазии. Там, купальника она купается или в чем купается. Главное, как себя вести. Выставлять себя в купальнике, или там муж фотографировал, или брат, там сестру сфотографировал, или там жену сфотографировал и выставили в интернете. Я думаю, это некрасиво. Купаться на пляже в купальнике – это нормально. Ненормально, например, выходить за территорию пляжа в купальнике или носить какую-то более откровенную одежду, чем мы привыкли. Вот это ненормально. Вот если передо мной поставят двух девушек, одна из которых выставляет в Инстаграм фото в купальнике, но при этом ведет себя в остальное время приемлемо, а другая не будет выставлять, будет скромной, так скажем, в соцсетях, но при этом позволяет себе гораздо большее в личном общении, то я, конечно же, выберу ту самую в купальнике в Инстаграм. Я считаю, что купальник для того и создан, чтобы в нем купались, загорали, проводили время на пляже. Мне не вызывают никаких негативных чувств чужие люди в купальник. Сама я чувствую себя достаточно некомфортно в купальнике. Естественно, я хожу на пляж, естественно, я не купаюсь в платьях, не знаю, в какой-то одежде. А если я купаюсь, то купаюсь в купальнике, но при этом пытаюсь найти какое-то место, в котором или вообще нет людей, или очень мало людей, потому что, ну, в принципе, я не могу сама себе объяснить, в чем разница между купальником и нижним бельем, и если в нижнем белье все еще, слава богу, массово считается не очень правильным и, ну, может, даже воспитанным находиться в общественном месте, то почему нормально это делать в купальнике? Ну и, наверное, у меня не столько есть вопрос в купальнику на пляже, сколько когда в социальных сетях все пестрит моими прекрасными, красивыми согражданами в купальниках. Зачем ты это делаешь? Ты же и так красивая, ты и в одежде, в принципе, красивая. Что ты хочешь этим показать и для чего?